Сейчас мы разберем, наконец-то для меня, наконец-то, я думаю, для вас многих, кто ждал, все-таки вне зависимости от того, что не так много набрал в голосовалке в нашей закрытой, да, вот здесь у нас закрытая голосовалка, здесь у нас открытые голосовалки, да, вот здесь они у нас открытые голосовалки, не так много набрал этот альбом, тем не менее, мне лично очень интересно посмотреть, что делают эти ребята, очень большие профессионалы, они своих жанров, каждый в своем, мастер, пиздец, что касается Рэма, что касается Кома, вот Кома даже из того, что я слышал, уже это было пиздато, поэтому я верю в то, что это большое качество. К сожалению, мы не успели послушать первый альбом, вот второй альбом, второй совместный альбом Рэм и Комо. 20 августа в группе Рэм анонсировал делюкс-версию альбома Star Scream и показал демо-треки Bullshit, после чего мимо никакой информации о готовящем материале. Все за день Делириум выкладывает сториз с надписью Be Ready. В итоге расширенная версия альбома превратил в самостоятельный EP Delirium. Да, то есть это типа делюкс, как я понимаю, да, типа как делюкс, но вот по итогу... По итогу это вот такая история. Так, вылилось. Чего я жду? Блять, вот, в принципе, вот здесь очень хорошо отображено то, чего я жду, да? Реально, это какая-то эстетика со скалом, с грязью на зубах, блять, с разъебом. Вот чего я жду. Я жду качественных текстов, я жду ритмики, контрастов, подачи, разъеба. Я жду пополнения плейлиста в... плейлиста альтернатива, конечно же, да. Ну, а еще я жду до того, чтобы... Вы же готовы, да, к пиздатейшей интеграции, самой лучшей на свете, блять. Я еще жду, чтобы вы сюда зашли. Вот сюда, чтобы вы зашли и предложили альбом. Можете предложить старый какой-нибудь альбом с 15 по 21 год, альбом Рэма или Кома, если у него есть такие вещи. Можете зайти и вот сюда вот тыкнуть, предложить, обязательно сделайте это. Там заруба пиздец идет, 70 тысяч комментариев мы удалили, там одних у тысячи комментариев остались, поэтому заходите, мы только уникальные, не спамьте, пролайкивайте вещи. Заруба на предложку альбома до 29 декабря вы это сможете сделать. Вот это, наверное, последний, самый легендарный, блядь, замес. Скоро появится у вас возможность еще кое-как поддержать артиста, вот до 29-го, да, я думаю, что, может быть, даже с завтрашнего дня мы это сделаем, да, но... Пока, регистрируйтесь, заходите, смотрите, тыкайте лайки, блядь, и пишите. Только лайки учитывайте, да, только лайки учитываются. Комментарии, количество можете не спамить, только лайки, 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 лайки. Лайки, 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 блядь, да. Вот такая история. Короче, хотя бы мы добрались до этого, я дико рад, что это получилось сделать. По крайней мере, мы вот сейчас мы начинаем это делать, да. Иван Игнатов, Produced by. Верю, да, верю, что наши плейлисты пополнятся. Да, очень верю. Let's go. Silver Hand. Круто, кстати, что решили выпустить второй релиз вместо расширенного делюкса. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Сейчас спущусь до текста, да, чтобы не спалить начало. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. Опасное занятие пиздеть на кого-то. Где бы то ни был забота о своем имидже лучше пустого трёпа. В подборке Линкин Парк и Корона, но все равно читаю лучше имбового молодого. Проспись. Тебе уже тут тридцатка, о чем ты забыл? Как Сидом на пару перемалывал обреченных. Ну-ка возьми себя в руки, Серега, как Михалок. Столько соперников было в игре, сейчас никого. Все в молоко, не рифмы, огон. Смысл укон на конъюнктуру, откинься в окоп. Либо не будь циклон, долби, но первым, чтоб зубы свело. Это важнее всего, так высоко поднимался на гору, но упал под склон. Язык он как плетью достают до нерва скептиков. Эквилибристика, рифмы, эстетика, в шаге до стадиума. Really got в мете, я будучи хейтером, знаю, как отжарю вас в будущем, медиум. Хайп и забвение, дозу респекта кинет фэн. В душе как ангел, но дьявол на сцене. Silver Hand, когда силы нет, ищу ее в семье. Это весь секрет, хотя для многих банальный рецепт. Я бы мог на эпатаже деклассировать, да, многих. Мимикрировать под стили и моду. Сорвать личину безысходного безмолвия сходу. Ну дай мне повод, промолчу, ведь к цирку всегда испытывал холод. Даун нам не видно, как всасывает рутина. К западу бы идти нам по заповеди Адиля. Познать эту перспективу, WhatsApp, это мои киллы. Оставь это для гиков, респект тебе, Рэм Дига. Ты свяжется паутина из фактов и архетипов. Вам нравится быть MC, но не знать этого норматива. Да тебе не везет, а Рэм кажется столь унылым, что записал фиты уже с каждым твоим кумиром. Ну, блять, это полноценное, полноценное интро к релизу. Как это можно в делюксе сделать? Ну... Но...
здесь, да, то есть здесь, в принципе, Рэм показывает очень высокое качество текста. Вот сразу чувствуется, да, разница. Вот мы разбирали только что альбом Шока. Вот, ну, типа, здесь чувствуется. Можно ли сказать, что здесь, типа, там не хватает харизмы или читки, да, но вы же понимаете, что нет. Это в целом один из ярчайших артистов, представителей очень экспрессивной, техничной подачи. Один из самых сильных артистов. Вот, поэтому, блядь. Сами вижу, лучше пустого трёпа. Ну да, то есть подборки Linkin Park и Корона. Угу. Электронная музыка, блядь, им было молодого. С 50-30-ка, о чем ты с Сидом перемалывал обреченных? Столько соперников было в игре, никого, все, молоко, не рифма, огон, смысл, уклон. Кинься в окоп, либо не будь с уклоном, долби на первом. На первом, чтобы зубы свело, это важнее всего. На горну упал под склон, языком как плетью, достаю до нервов скептиков. Либристика, рифма, эстетика, в шаге до стадиума. Really good. Метьте я, будучи хейтером. Феджарио с будущим медиум. Хайп и забвение, дозу респекта кинет фэн душе, как ангел. Астена, да. Угу. Тут надо аккуратнее читать, да? Аккуратнее нужно читать. Кому-то не видно там, да? Всасывает рутина, к западу идти бы нам, да. Всасывает рутина, к западу идти бы нам, бы идти нам. Да, рутина, заповедям отделяй, бы идти бы нам. Пиздец, пиздец. Двойные, да, двойные. Всасывает рутина, к западу бы идти нам. По заповеди отделя, то есть ассонансы на двойные и тройные. Ну, это пиздец, короче. Познать бы эту перспективу, это под Макила. Ставь для гиков, респект РМ Дига. Здесь вяжется паутина из фактов и архетипов. Нравится бы тем, что не значит норматива. Да-да, бам, 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 бам. Угу. Мощно, мощно. Хорошее, сильное интро. Показывает, артист нам рассказывает, что типа не хочу я гнуться под тренды, следовать каким-то там аспектам, куда нужно идти по заповеди скриптонита, да? Вот, поэтому... Вот, поэтому нет, 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 да, он типа будет... Угу. Рутина, правда, четверка испытывала холод. Из фактов и архетипов. Ну, в общем, да, вот он нам показывает, что он будет гнуть свою линию, он будет делать свое, вне зависимости ни от чего. Это качественную подачу, рифмы и разъебос. Слушаем следующий трек «Инферно». Ну, кома здесь не было, да? Это был сольничек Иван Игнатов. Хорошая музыка. Тянется красный след на полу коридора без света и звука на всех уборах. Показалось, время пришло, нажимайте на кнопку. Такая природа заперта по правилам человека, ежемесячными платежами длинного чека. Пиковая дама снимет крестик, когда мы ударим бубном. В этих казарных сердцах будут черви. Добро пожаловать в идеал сам делом, а на кисти звон считается ремеслом. Души несут на стол, насытится это вздор. Голод не баловством, меняет как время слов. Демоны как беды, в этом ансамбле. И метят непременно на наши головы сабли. Жаловаться глупо, ведь в это дело ты сам блюд. В твоем мертвом теле будут найдены тентакли. Это же у бездны есть предел. И кто же там обитает, и где взял иммунитет? Все поглощающий тьме, обилию одиночества. В жажде исполнить то, что написано во пророчестве. Плотно не зафиксировав двери в свое сознание, можно и не заметить, что у руля уже занят кем-то другим. Тем, что когти почаще, чтоб твои мысли и крыльями темноты улетают в далекий дистрикт. Мы разменялись на проблемы, снова подпрягли себя на модные ивенты. Видимо, мы действительно
типа солнца для вселенной. Ведь все время обсуждаем только звезды и ракеты. Хотя сами по себе микроэлементы. Наше инфополе заминировано кем-то. Монополия агента. Быть пойманным за совета. Не быть пойманным советом. И только бы не бросаться мясорубку мясоеда. Боги на высоте не видят мы на исходе. Небо с оттенком крови на горизонте. Смотри, как облака в мониторах эскализончик. Это так красиво зевая, подумал зомби. Юра, прости, мне так надоело скитаться, надо сесть. Чему ты удивляешься, малый, пора взрослеть. Это дерьмо по транансаве списало мне на рассеть. Тоже бы отпусти, особые зависти. Некогда сомневаться, но мне чего бороздить. Наши дети будут нести ваше бремя ненависти. Суки, вырыть нам окопы, мы лежим туда костей. А в зеркале ной трап, как выглядит мой флаг. Это вам не травматик, но стерим ценой травм. Дьявол из керей, все же выкатил трап. Еще моментом мы там. Очень крутой аутро, кстати. Хорошо разбавляет атмосферу. Единственное, что по поводу протяженности, да, трека. И тут как будто бы скапы, разница между Silverhand'ом, да? И понимаю, что это не помогает. Сейчас никого! Клон! Языком как плетью достают! Это так красиво зевая, подумал зомби! Юра... Разное сведение. Юра, прости! Это вам не травматик, что стерим ценой! Вот опять, да? А здесь норм. Silverhand, когда силы нет, ищу ее в семье. А вот тут нормальный свидос на Silverhand. Ей, это весь секрет, хотя для многих банальный рецепт. Я бы мог на эпатаже деклассировать многих, мимикрировать под стили. Зло. Верит, видел сам, дела на кисти звон. Считается ремеслом. Душа несут на стол, насытится это вздор. Голод не баловством, меняет как время слов. Сделаны как беды, как беды в этом ансамбле. И метят непременно на наши головы сабли. Жаловаться глупо, ведь в это дело ты сам влип. В твоем мертвом теле будут найдены тентакли. Даже у бездны есть предел. Кто же там обитает, где взял иммунитет, все поглощающий. Вот отсюда, да, вот с этой четверки, когда он залетает. Вот отсюда. Как будто бы имело смысл, да, вот после этих двух что-то поменять, да. Ну, прям много, типа, да, вот прям 16, да, 16 куплет. Здесь тоже вообще пиздец. Видимо, мы действительно посланцы для вселенной. Ведь все время обсуждаем только звезды и ракеты. Хотя сами по себе микроэлементы. Наше инфополе заминировано кем-то. Монополия агента. Быть пойманным за совета. Не быть пойманным советом. И только бы не бросаться мясорубку мясоеда. Боги на высоте не видят мы на исходе. Небо с оттенком крови на горизонте. Смотри, как облака в мониторах эскализончик. Это так красиво зевая, подумал зомби. Юра, прости, мне так надоело скитаться, надо сесть. Чему ты удивляешься, малый, пора взрослеть. Это дерьмо по тренам сами списало мне на рассеть. Тоже бы отпусти, особые зависти. Некогда сомневаться, но мне чего бороздить. Наши дети будут нести ваше бремя ненависти. Суки, вырыть нам окопы, мы лежим туда костей. А в зеркале ной трап, как выглядит мой флаг. Это вам не травматик, что стерим ценой травм. Дьявол из керей, все же выкатил трап. Еще моментом мы там. Что касается охуенных строчек, да достаточно, бля, да. Вот это, например, строчка. Пиздатейшая, как минимум. Ну вот, комплектик, да, видимо, мы действительно посланцы для вселенной, ведь все время обсуждаем только звезды и ракеты. Да, очень неплохо. Угу. Микроэлементы сами наши заминировал кем-то. Агенты. Интересно, интересно. Угу. Мощный трек на хороших контрастах. Единственное, что по поводу звучания куплета. Припев разъеб, конечно, да, припев разъеб, куплеты слишком долгие и слишком однотипные. Но они повествуют здесь, да, то есть они, типа, мысли доносят.
То есть это не просто звучание, это не просто про звучание, это, блядь, про непосредственно рассказ о мыслях. Боги на высоте, не видят мы на исходе небо с оттенком крови на горизонте. Заебись, заебись. Угу. Да уже не с оттенком, блядь, уже пиздец как. Тоже строчка охуительная, да? Ну вот, вот в совокупность двух. Это неинтересно, да. Трап еще момент, и мы там, добро пожаловать. Дьявольский рейс уже выкатил трап еще момент, и мы там. Следующий трек, Training Day. Я читаю гопота и тайпи, нарядил Джанко, будто в хинтай. Нулевых готов, чтобы смыть ганди, я готов в любцов, это Китай. Лазарет мозгов, только king size. Мой комплекс скиллзов универсальный. Я делаю зло, чтобы блистать, но ебусь с добром, это инсайт. Не выдавай меня, конфузия. Комментаторы без дел, слеп не жаждут новостей. Этот трек для выпуска с людей. Мой совет вам, поберегите части тел. Студенты на пасте, вмиг исчезните. Лови нас на грязной липкой чистоте. Припадки на пасте, все за длинный чек. И только грандмастер из трепиных чер. Охотник, демоны выход палят. Чтобы теперь на выйти, надо биться уникально. Не выдавайся панике, бутыл у экрана калище. Выдаю анализ, степень вахханали. Тебе не показалось, мы нелегалы. Здесь и нет правил, я не боюсь себя такого. Но итог знаю, так веду план покорить стаю. Рестайлинг, судный день, зубастый рэп. Свободный рэм, опасный рэм. Я хочу сниматься на людей! Я хочу сниматься на людей! Каш! Оставлю тебе шамы на лице! Оставлю тебе шамы на лице! Каш! Эй, Калин, становиться надо только! Мы у вас стыкаем! И сегодня... Тренинг! Я хочу сниматься на людей! Типа, я хочу сниматься, да? На людей! Каш! Оставлю тебе шамы на лице! Оставлю тебе шамы на лице! Каш! Эй, Калин, становиться надо только! Мы у вас стыкаем! И сегодня... Мой фурон строчки громко трон снес, забил пробелы, вышел из грота. Вот прикол на твой трон, спрос, да ты самый белый, но не дом дракона. Правила это бред, прибереги замес, и ты не вывез кекс, за дымовой завес. Иди любить, или бед, это аутгейм не место, поломает на потоке флоу в них инвестор. Твоя жопа разорвется даже в пресс, лиза фон не бездарь. На разные флоу, не надей, не трейси, не поможет трейси, все будет интереснее. Ты не шоу песни, а тотальный пресс. Я хочу сниматься на людей, я хочу сниматься на людей. Тут динамика прям пиздатая. Training Day как будто даже посильнее, чем Inferno. Прям охуенный хитовый трек. Шикарные куплеты от обоих. Очень крутое разнообразие, прям замечательный, да, потом хор, да, прям. Гроулинг тут количество его уместного, да, уже схемы, блядь, критерии. Да, ритмики, причем не ритмики ради ритмики, да, какая-то мешанина, типа, бывает тоже мешанина, все собрано, и трек не целостным от этого кажется. Здесь все шикарно, все переходит очень красиво, очень круто, они накаляют, прибавляют обороты, все эти дабл-таймы, все очень пиздато звучит, здесь тоже не очень много прям, ну, типа, чтобы гроулинг там непосредственно, да, был только сплошной, очень круто идет, блять, вот эти выкрики, да, все, вот, пиздец, короче, да, творится полный пиздец. Вот, оба сделали хорошо, сказать, что, типа, там, кому что-то где-то не дотягивает по флоу или еще где-то, нет, нет. Я, кстати, думал, типа, как они будут работать. Ну, кому, понятно, может, типа, сделать рок, да, метал, металл он может сделать хорошо, да, ну, как это будет по флоу, именно по читке, да. Потому что все-таки, ну, все равно тяжело тягаться по речитативу. Нет, он, бля, смотрится очень даже пиздато, нихуя не бледно. Угу. Даже в кресле поломает, запомни, безразный флоу не наденет... Пиздец. Не наденет пресс, не поможет крести, будет интереснее. Это не шоу песня, а тотальный прессинг. Сильный трек. Пока сильнейший из трех. Ну, если первый интро можно считать за трек, да, ну, я думаю, что да.
Кому пиздец реализации подкачал самобытность и неказуальность. Еще сольников были, вот в качестве не хватало. Понятно. Понятно. Вот-вот, я говорю, да, пиздец. Пиздец, типа кома, нихуя себе, да, выдает. Очень крутая, да, это альтернатива, метал, да, не метал, бля, как это вообще на рынок, на рынке зашло? Мне кажется, типа, и фанаты Рэма тоже вполне себе это встретили, ну, потому что, как бы, они любят разъеб. Они любят разъеб, они любят агрессию на концертах, дикую экспрессию, вайб какой-то сумасшедший, да? И это все можно дать здесь, в рамках этой музыки. То есть вот этот вектор, куда Рэм, так сказать, качнулся, да, вместе с Кому, мне кажется, это продолжение его стиля, причем рок, как бы, ну, блядь, такая дико живая музыка. Хуй знает. Никак не зашло. Да ну нахуй, серьезно, что ли? 300к на плейлисте ВК. Бля, ну так себе. А чё не так-то? Чё, типа, слишком сложная музыка, да? Чего хотят они? Но даже если посмотреть по хитам, да, блядь, самые хиты же это самые разъёбочные такие жесткие грязные песни, бля. Хотя Рэм очень универсальный артист, он, типа, вообще может абсолютно разную хуйню, да, делать. И вплоть до, там, самый поповый поп он может спеть, да, там, ласковое что-нибудь такое, там, на утреннике, блядь, прям ебать какое, с цветочками. А может прям, блядь, до ядра земли добить тебя, да, блядь, грязью какой-нибудь со скримами ебанутыми. Тяжело слушать. Там в комментах его срали именно за то, что рока много. Так, блядь, ну это альбом такой, типа, ну, а чё хуёвого-то в роке в целом? Типа, рок не нравится, им рэпа не хотят. Ну, в куплеты, вот, пожалуйста, все есть. А то, что рифы тут разъебывают, ну, я не знаю, блядь. Ему что, надо повторяться, да? Вот ему надо, блядь, делать одно и то же. Они такие, дай нам вот то, что мы уже 100 раз слышали, да? Просто сделай те же самые треки еще раз, да? Еще раз, еще много-много раз, что ли? Это, что ли? Ну, блядь, есть старые треки? Да хуя старых хитов. Нереально фастфлоу рэпчина. Репитьте. Кто против? Типа... Что еще делать в том жанре, в том стиле? Вот мы сегодня говорили, как эмо-рэп, типа, да, он, как он вообще прогрессирует, не прогрессирует. Вот Рэм то же самое, типа, да, вот ему что, блядь, еще делать несколько лет, то же самое повторять старые свои хиты, чтобы что? Ну, блядь, на концерте он их может спеть, нахуй новые делать такие же, да, для чего? Не знаю. Он делал трэп, где были треки в старом стиле, не залетело. Ну, мы разбирали вроде, даже какие-то треки в плейлист зашли, что не так-то, ебать, опять? По мне, Рэм в роке себя хорошо себя чувствует, как и в EDM. Да, я согласен с этим, это пиздец. Пиздец, типа, да. Ну, хорошо, что он, короче, в общем, скажу так, да, хорошо, что он идет, не идет на поводу тех, кому это не нравится. Я уверен, что все-таки есть какая-то часть фан-базы, которая кайфует. Вот, я не думаю, что все прям, типа, сказали, нет, это хуйня ебаная. Я думаю, что есть люди, которые разделились, фан-база разделилась так или иначе, поэтому я думаю, что... Он правильно делает. Вообще, это проигрышная история, идти полностью на поводу фан-базы, да, конечно, нужно учитывать желание фан-базы отчасти, да, и все-таки свое внутреннее «я», потому что часто бывает такое, что не заходит, на следующий год все такие «я понял», я переосмыслил, как это, как альбом даже того же «Платина», да, например. Помните, как в прошлом году встретили альбом «Платины» фанаты, они охуели, типа, дайте им «Опятый круг» и все это говно ебаное. Вот, а мне вот наоборот хорошо, да, мне «Опятый круг» не зашел, да, вот новый альбом «Пиздец» зашел. И вот они пишут, даже сейчас продолжают комментарии писать на разборе, да, типа, о, да, бля, вот год прошел, заебись. Вот я думаю, что пройдет год, пройдет полтора года, и чуваки скажут, что да, типа, вот Рэм, типа, вот здесь, вот он на нью-метале, да, он звучит пиздато, на альтернативе звучит хорошо, короче. А вот, поэтому, ну, вот как-то так, бля. Его технические возможности, да, вполне себе имеют возможность заходить на разные жанры. Я думаю, что он и кальянщину может сделать пиздато, типа... И, блядь, поп абсолютно там про какую-нибудь слезинку, да, про морщинку, про слезинку, как нехуй делать, да. Хорошая музыка, трек пока сильнейший однозначно. Training Day, пиздец, разъеб. Я думаю, что это отсылка к фильму. Могу ошибаться. Погнали, bullshit. Пока Training Day на плейлист, да. Игнатов, пиздец, биты крутые делает. Всем
мои постулаты. Бенгеры, клипы, батлы. Я не могу дать тогда вам, когда весь выхлоп мне от таланта. Все, что ты не воспринял, все, что я тебе вкинул. Не домогайся, да, суть пёс, ты не поймешь, как я тут могу ловчить. Проходили парты, чтоб лицо в щепки. Находили гадность, вот и ток чекни. Выдавили грязь, чтоб поселить черви. Выделю момент, когда сломать череп. Твой череп, а ебаный танцпол, это мой лучший челлендж. Проверим, как выебать на зло всех этих мутных зомби. Это ВМС заходит вам в лагерь. Это мой всех домой стрим контрольный. Словы клетки кинул по спольник. Дай саркопак, чтоб мами затроллить. Приведите, сука, меня надо передернуть. Я не попадаю с береганки до твёрда. Для меня минор, это когда на мини-клоун подорвался эта орда. Чё так можно? Чё так жестко? Сука, береги себе, я делаю сайт, прямо в жирный задвиг. Чтобы я тут послал, нужен досадок. Чтобы тебя порвать, нужен базар. Я не в этой классе, братик, импозатый. Так назад, говорят, да, не повторяй. Будет старяк, такой старяк, ты не выпустишь, как я. Легче ударить по колесу. Damn. Чем ворваться в эту игру. Че ты там иду, че летает тут. Свети неон, на тебя найду. Чтоб ты услышал. Bullshit, bullshit, bullshit. Мы так играем. Bullshit, bullshit, bullshit. Ты замечаешь, как мы тебя разъебали тут. Чтоб нас не видели на свету. Молодой босс, тебе даст интриг. Да мы выебали рыб, чтоб съесть икры. Мой мозг. Молодой босс тебе даст интриг. Я злой мегамозг, это власть игры. Но главный вопрос, почему был скрыт. Это чел клейки, что теперь игрыз. Всех этих ебучих крыс. В животе у них как лист. Зависть будто катаклизм. Головы горят на гнись. Golden Rain, please. Ноги на бетогазму была стара. Слетел перемена власти от вас ко мне. Теперь передали руль, повезу головы подмена. Обетованный мир, которого ты думал нет. Рэперы забыли, что такое быть гетером. Весь флоу крошки сыпет, как крекеры. Вот он там в панике, да готово. В крышку гроба пару панчей от кома. Легче ударить по колесу. Ворваться в эту игру. Че ты там иду, че летай тут. В свете неона тебя найду. Чтоб ты услышал. Bullshit, bullshit, bullshit. Мы так играем. Bullshit, bullshit, bullshit. Ты замечаешь, как мы тебя развивали тут. Ну, типа... Чтоб нас не видели на свету. Ну, типа риф как бы тут есть, да. Но мне кажется, тем, кто хотел старого дерьма, тем, кто хотел вот разъеба и рэпчины, да, как будто бы они могут найти его здесь, да, наибольшее, вот, по крайней мере, из четырех треков мы послушали, как будто бы здесь, да, и тут без скримов, без всяческого там метальчика, да, припевчик, аккуратненький. Вот, поэтому, наверное, если вы хотите рэпачка и вас не сильно напрягают рифы, ну, наверное, вот сюда вот вам приходить надо, да, в трек «Bullshit». Но в целом, да, этот стиль очень высокий порог вхождения имеет, это однозначно. Потому что вообще в целом даже в творчество Рамиреса как такового, даже, так сказать, его, блядь, понятное творчество фанатам, оно... вот Сидорджи, да, даже вот старое его творчество, Токсин, вот это все вот его сольные вещи, хиты, да, они такие, блядь, очень... Для любителей музыки очень агрессивный. Это не какая-то там R&B история, которая всем понятна, всем заходит, да, на суперширокую аудиторию. Это вот прям такой, блядь, андеграунд своего рода, да. А здесь еще более узкоспециализированная история, как будто бы уже начинающаяся для музыкантов. Это, знаете, как вот типа Strange Music, да, вот Chris Calico, Tech N9ne, вот эти ребята, даже по рэпу, да, которые вот, сука, просто эквилибристы, да, тоже вот они прям монстры слова, слога, музыки, бита и техники, просто ебанутые люди. В хорошем смысле этого слова, но это по большей степени музыка для музыкантов, да, и такие пиздатые лейблы, как Strange Music, да, они часто не находят отдачи, да, какой-то, блядь, это аудитории полноценной, поэтому хуй его знает. Этот один из самых вроде прослушиваемых треков, ну, он понятный, потому что я не удивлен, честно говоря. Вот, я не удивлен, потому что он самый понятный. И тут, ну, прям такой понятный припевчик, да, типа, если вы напрягаетесь, у вас бадхертит джобке от каких-то там скримов, да, от каких-то гроулингов металлических, ну, вот, типа, вам зачильтесь, ребятушки. Да, вот тут, короче, да, бриджик такой, типа, бам! Мы выебали рыбу, чтобы съесть икры. Окей. Да. Вот, и вот такая вот, короче, история, да, здесь. Блядь, ну, эксперимент. Как зайдет, хуй его знает. Что оно выстрелит, непонятно, да. Но зато главный человек не изменяет своему творческому нутру. Он, типа, продолжает экспериментировать.
когда он делал такие, блядь, попсовые песенки, техно-песенки, да, техно-камикадзе там какой-нибудь, тоже могли сказать, типа, что за хуйня там пиздец танцует, блядь, непонятно, где там что делают. Но это очень пиздато. И где оно выстрелит лично для него, где у него там сердечко ёкнет, да, вот. Почему я меньше говорю про Кому? Потому что, ну, я меньше знаю Кому в целом. Я знаю, что, типа, ну, Рэм жесткий сделал, так сказать, рестайл, да, в своем творчестве, так или иначе, перейдя на new metal. Вот, а Кому, ну, я не знаю, типа, прошлое творчество, что, оно и связано, типа, там, по большей степени, вот, наверное, с металлом, наверное, да, блядь. С роком, может быть, с каким-то. Редо, Кому, Шелковые сны. Или я ошибаюсь? Или я ошибаюсь, чуваки? Или это тоже... Или они вдвоем решили делать вот такую историю? И Кому, типа, раньше тоже делал. Никакого рока, типа, тоже это был рэпчик какой-то. Медсестра. Ну, вот хорошо, вот допустим, да, вот сингл, блядь, медсестра. Пока не сыграл в ящик. Да, просто те вещи, которые он исполняет в припеве, ну, типа, не может быть такого, что чувак просто решил с рэпа прыгнуть, да, и такой, типа, о, бля, ебану-ка я рока. 20-го года трек, да, от Кому. Да что-то не особо дохуя рока здесь. Мягко скажем, шоколад. Ни в чем не виноват. Еще один трек. Ну танцуй, слова не слышно, в глаза свет. Как десерт, мне несут эту малышку. Шаг, шаг, шоколад. Скромный, но не тихий. Роли много, хи-хи. Бирюзовый крикет, мне не скучно со мной прики. Ты меня выведешь вновь на... Да, такой, короче, на плотном вайбе, да? Так, ну хорошо. Следующий трек. То есть для них это, в принципе, для обоих, да. Для них это для обоих получается прям пиздец такой жесткий рисковый шаг. И как для них реагируют на это их аудитории, хуй понять, да. Флом, Иван Игнатов это не битмарь, это гитарист. 7000 бэксов и рэм, он пишет им музыку. Окей, понятно. Их первый альбом «Огонь», и слушать второй без первого нет смысла. Ну, чё получается, дружище, чё получается? Растворитель. Я знаю, тебе не о чем со мной говорить. Я урод, а банда моя дикари. Мы такие разные, что не твори. Потому мы не пытаемся тебе угодить. У меня до блеска отточенный скилл. У тебя повестка ебаться в мозги. За попытку создать вам узло по-людски. Меня бросили за бор, где заживо сгнил. Веселитесь под музыку позеров. Мы топ-чартов не вывозим. Тут цепи не надеть от лози. Нам хули тосить, нету пользы. Вас все такой же неопознанный лузер грузит. Я держу в себе козыря в виде Кратоса и Гозера. Черт возьми, на болевой себя только открывая рот. И ваши ебла все разлетаются кокосово. Нам, сука, не о чем с тобой говорить. Никаких ты мне до пизды, что внутри твоих принципов есть риск. Потерять скрит, обопрись, чтобы приступы близкие давит виски. Я не тренер, рисую инновациями. Конкурирую не с пидорасами. Ты ненавидишь мою реформацию. Я вас ебу лишь за то, что мы разные. Между нами больше не тянется нить. Встаю твой блядь, где мне не ругай. Рядом с моим именем только свои. Лучше заткнись, выйти из роли. Между нами больше не тянется нить. Рядом с моим именем только свои. Я снова здесь, чтоб тебя растворить. Между мной и серой мощи. Музыка, дорога, потом увалим на красный. Правила лохов за борту, тут-тут. Забита голова, но мозг, наверное, недоразвит. Опять на берегу попал ты в беду. Пареньки без опыта, жду не покинут ясно. Меня не убедят, чтобы отойти от игру. Сколько малолет, они бегут вперед, нам просто как и воздух не притянут Байдену рук. Динь-дон, мы не будем тихо, холодно, пиха. Выломаем двери в дом. Пинга, ты убил кинга, бля, парни фрика. Выбивай таперкот, видно, тебе давит гриба. Думал, ты лалика, у меня испанский стыд. Килдал, я такому кринга, что такое
фирма. Нет, 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 остынь. Обожаю, когда слон, как с пулемета поливаю. Дурак в малевине и хабнулись. Такое ненавижу, мы так сильно не похожи. Я летаю, где-то падал, будто в шахте лифт. Мне невероятно важно, то есть боку. Или может иди нахуй, ты думал обо мне? Блин, мне походу надо единицы, но я лучше разожгу. Между нами больше не тянется, нет. Встаю твой пляс, где мне не рогай. Рядом с моим именем только свои. Лучше заткнись, выйти из роли. Между нами больше не тянется нить. Рядом с моим именем только свои. Я снова здесь, чтоб тебя растворить. Раздушайся, раймайся. Не то чтобы припев не очень, как будто бы оно не сочетается друг с другом. О, блядь, да. Вот я согласен с этим, да, согласен с этим комментарием. Вот припевы с куплетами, да, сочетаются странновато. Реально. То есть нормальный припев, нормальный. Нормально звучит, он хорошо, полно звучит. Но вот насколько оно сочетается друг с другом, да, вот хоть вот куплет Кома и куплет Рэма, они сочетаются заебись. Хотя тут Кома как бы, ну, прям вот, вот по-моему, в этом моменте вот на пределе, да, типа прошел, и чуть-чуть даже харизма подшагнула как будто немножечко. Да. По куплетам, да, все пиздато. И припев хороший, но как будто не отсюда такое ощущение, что, да? Не тянется, не знаю, это, блядь, не нервный. Бля, ну, короче, тут тяжело вообще. Что касается, блядь, какой-то ритмики, текста, да, всего повествования, тут очень высокий уровень, и как бы говорить о технике, и вот какие-то недостатки выискивать я не стану, потому что реально все очень пиздато. Очень пиздато. Очень тяжелая музыка, да, с точки зрения того, что вот они прям давят жестко. Они прям давят, они, блядь, прям показывают, что вот мы будем ебать жестко, и нам насрать, короче, что типа вам это не нравится. Да, поэтому вот. Но вот мне, например, нет, этот трек мне не зашел. Training Day, Bullshit, да, они целостные треки. Bullshit вообще максимально понятный, ровненький трек. Растворитель, красивые куплеты, красивый припев, ну, как будто вот вместе оно звучит не целостно, мне не зашло. Следующий трек, инородные. Что касается техники, блядь, что касается текста, структуры придуманной, все очень шикарно. Техническая реализация очень высокая, все остается за личным восприятием. Я писал тебе каждый год, что ты забывал про мое день рождения. Папа, ты правда такой идиот? Или просто дела стали самой важнейшей мишенью? Я вырос и, кажется, стал бессердечнее, чем ты поколение. Next был успешней. Я нырнул глубже бездны, зашел дальше черты, но на мне сухая одежда. По стопкам отца не пойду, это было бы, наверное, просто. Ты пытался себя отрицать, а я признаю, что ты же живой монстр. Мне на весь лучше, чем слабость. Красный конструктор дешевле, чем лего. Я за тобой не приду, будто Кратос. Ты сам себя сделал моральным калекой. Очень личный, видимо, трек. Обреченный взгляд шестилетнего, полусевшие стены камеры, шепот хлебушка плесневелого. Здесь тебе расти с тараканами. Так и лежу в монотонных объятиях, мертвой кровати, что скотчем заклеена. На стене пожелтевшее радио. Обреченный взгляд шестилетнего. Ничего не видно, хоть теперь выдумывай сам. Те же солнце, небеса, всю на иллюстрацию. Страх и тоска рвутся каскадом, а я неделями тебя пытаюсь искать во снах. Хотя бы во снах, хотел бы против восстать. Но как только вернешься, нету и зла. Хоть тебе и не стыдно смотреть мне в глаза. Но теперь я не такой безвольный и слабый. Не хочу скрывать всю правду. Финал тут от момента твоих запоев до перепалок. Запомнил только главное, хаос. А ведь мало того, что ты все мое детство очернила, запятнала. Забавно, как легко ты меня сбагрила. Ваш, чтоб я не знал, как ты устала. Мама в нашем домике, что строил дожди, уже давно разъели крышу. Чего тогда любовь твоя мне стоила? Здоровье, нервотрепа третьей жизни. Я помню всю тупой, что ты оставила с кровью у подъезда до отдышки. Я так хотел, чтоб ты все осознала. Жаль, что ты не услышишь. Я держу внутри себя славу, что вместе с жизнью ты. Сердце навсегда. Я держу внутри себя.
Бля, ну очень личный трек, конечно, пиздец, да, типа вот он про отца спел, скорее всего, про мать. Рэм спел вторую часть, если я все правильно понял, конечно. Пишите, что такое, заблокировали. Ну да, вероятно, заблокировали разбор шока. Там какой-то парт есть, Mayday, да, Bet on Me. Какой-то кусочек есть на 3 минуты, вероятно, придется вырезать и перезалить. Ладно, разберемся потом, после стрима. Так, блять, вот очень не люблю я, да, разбирать на какие-то баллы, вот очень личные треки. Как-то это, сука, мерзко все звучит. Короче, очень сильно передана личная история, личные переживания. Шикарно, да, вот прям вот это и здесь про ребенка, да, и вот здесь. Да, да, здесь и расти с тараканами режим. Пиздец, пиздец. Вот это жестко, очень жестко. Зон теперь не такой безвольный и слабый. Не хочу скрывать все про финал. Тот момент твоих запоев до перепалок. Запомнил только главное. Хаос. Очернила, запятнала. Как легко ты меня сбагрила в ад. Чтоб я не знал, как ты устала. Мама в нашем домике. Что строил? Подожди, ой, блядь. Не, я не хочу, короче, вообще судить как-то этот трек, да, просто не хочу. Сильно, чуваки, сильно. Очень сильно. Следующий трек. Как рассказал Рэм, трек метафорично повествует о любви между российским солдатом и украинской девушкой и то, как на отношения повлияли события февраля 22 года. Давайте послушаем. Снимки, мы на них счастливые, да всей этой хуйни с какими-то сливами, а типа корешей и подруг, что левыми показали себя сами, как быть проблемами. Оторви меня, как пластырь, мне не будет больно, и теперь небезопасно на квадратах комнат. Говорить о нас на пол, ну и ладно, похуй, но если разобраться, мне реально плохо. Абонент временно недоступен. Холодная метель, я с ума разила. Хочется дождаться счастья в свой дом, проснуться младенцем в райском саду. Но пока что за окном лишь бескрайний садом полыхает в багряном вихре. Ты бросила за то, что прятался в броне, смешал свои проблемы кровью со льдом. На меня уже давно закипают хлыстом, и поэтому я должен выйти в февраль. Рассвет, разговоры в форме разбег. Так легко надели маски, и нас нет, больше нас нет. Только глупая, ну прости, ничего не изменившая. Ветками держишь дверь, слезы тянут меня все сильней. Так и тяну, чтобы сохранить снова крики. Сердце во мне, твои слова, что застыли во мне, только на чужом языке. Тоже очень понятный трек с точки зрения звучания, особенно с точки зрения припева. Очень мягкий припев, я бы сказал, да? По сравнению с остальными треками. Вот, довольно ровненько он проходит. Отношения, да, здесь. Отношения. Холодная метель нас заморозила. Начавшийся пиздец. Заморозил отношения между людьми. Безусловно, это так. И это ебаная хуйня, да. Вот, поэтому песня про это, да? Говорить о нас табу, ну и ладно, похуй, но если разобраться, мне реально плохо. Базар, бро, базар. Холодная метель заморозила, дверь летят с петель, любовь к коррозии. Печалька поздняя, где-то в мечтах, апрель еще не бросила. Да. Да, что вот мечты о том, чтобы все было по-другому, но бескрайний Содом.
Полыхает в багряном вихре, да. Ты же-то прятался в бронь. Ну, типа, военный, да, солдат. Угу. Свои проблемы с кровью и льдом. Неожиданно закипает хлыстом, поэтому должен выйти. Февраль, рассвет. Разбег, так легко надели маски, и нас нет, больше нас нет. Только глупое прости, ничего не изменившее. Да, да, да. Слова извинения сейчас уже не решают. Ну, российским солдатам и украинской девушкой, ну, в целом, да, как будто бы отношения между странами, да, так или иначе. В целом, да, что-то большее, как будто бы даже здесь не то, что люди конкретные. Ну, наверное, эта история про солдата и девушку и повествует про отношения между странами, да, которое вот так вот и произошло, да. Да, Рамирес очень сильный текстовик. Если кто-то думает, что он просто тараторит хуйню, да, то он сильно ошибается. Очень сильный текстовик, он очень хорошо умеет заворачивать, очень хорошо умеет надавить куда надо, рассказать о практически, да не о практически, а о любой теме. Он может и навыебонить до километра с точки зрения репрезента какого-то пиздатого, да, и рассказать о лирике какой-то, о личных переживаниях, о драме, как в предыдущей песне, например, так и здесь. Вот, поэтому хорошая песня, красивая. Что касается вот лично того, что мне понравилось, пока это Training Day Bullshit, наверное. Следующий трек Fuzz. Погнали. Андрей Крестов. Это прям совсем давно. Ну как ты, пёс? Как тебе живется в мире темных грез? Какое же дерьмо сегодня чует нос? И какие планы строишь на чужую кость? У нас гвоздь! Ударами пропитан запах мира злость. Дерьмо быть убитым, да пойти в разнос. Захоти лох, пойти, не активируй мозг. Некуда материться, пишем аванпост. Не хватает силы, но бежим, утопая в трясине. По полю не переобуваюсь, это никакой морали, тупо цели, задачи, проблемы на голову, как на исканули по приказу пьяного мастера. Ты вылез из живота. Где найти заряды высокого градуса? Или кому вот тут дать под? Ты же декастрат, ты дерзка, ебало либералу за текста. Погляди, ты же наш пацан, помим зад, а завтра повисишь на креста. Да перестань сомневаться, нахуй страх, вот возьми себе мелочь, заработал. Перестань сомневаться, нахуй страх, мы все из одного помета. Серые тучи бегут, но не бойся их. Кто тебе говорил? Пусть вокруг тебя несправедливый мир. Будь сильнее других. Кошмарная, ты плохо себя вел, подержи кошвабру. Да, он слишком жадный, масонский треугольник под диск жаром. Может душно, жарко, ОЭЗОУЕ, Аладдина, лампа. Если бабки есть, то дико год за жанры, потому на первом месте будет запая жопа. Меня пока не трогают, значит нормально кринжовый. Думаю, что там пишешь, ведь я, сука, сделал фильм. Что тебя я понимаю, на практике этом бридж. Что ты ярый натурал, но на шаге малый побрил жопу ниже. Ты проснулся и сразу идешь на суд. Жулик злой, шурин тот же срок. Затмит из глух, шутит бой, шумом уши из радиоприемника. Живи по накатанной, как песик беспилотника. Самый долгий голос, я самый долгий, увы. Я кидаю тебе сухо, как вертись с голымы. Не прячь вонючий хвост, но рыба из головы. Начинает мне раньше из головы. Тем более, чем хорошо, птиц поля луганки. Мама не бухает, и папа снова легальный. Люди улыбаются, машут издалека мне. И на моей футболке ваше место для рекламы. Серые тучи бегут, но не бойся их. Папа тебе говорил. Пусть вокруг тебя несправедливый мир. Будь сильнее других. Серые тучи бегут, но не бойся их. Папа тебе говорил. Я боюсь, так как стекло, вижу сквозь осло. Я чешу, засохну, я боюсь, так как.
трек, очень сильный трек. Очень сильный трек. Единственное, что по поводу второго, последнего, да, третьего припева. Вот после этого, вот это, да. Ну, типа, надо ли это было, хуй его знает. Вот, жестко, да, история тут рассказана. Угу. Никакой морали, тупо целая задача, блядь. Да, из конры по приказу пьяного мастера вылезешь. И вот вопрос, где найти заряды высокого градуса, кому бы тут дать под хвост. Ты же не кастрат, иди раскраси бал, либерал вот этих стап. Глядит наш пацан, проведем за это, завтра повиснешь на крестах. Перестань сомневаться, нахуй страх, вот возьми себе мелочь, заработал. Перестань сомневаться, нахуй страх, мы все из одного помета. Да, типа, если ты, короче, блядь, ну как ты, пес, живется в мире темных грез, блядь, чует нос, дерьмо, да. Угу. Ну, типа, блядь, иди и сделай, да. Какой морали, тупо, блядь. Ну, это отчасти продолжение, пожалуй, да, продолжение предыдущего трека. Угу. Бегут, но не бойся их, папа, тигры, пусть вокруг тебя несправедливый мир, будь сильнее других, да. Ой, да, да, уела Дина Лампа. День как год за жанр. На первом месте бронзовая жаба. Думаю, что там пишете, сука, сделал скриншотик. Понимаю, на празднике там ври, что ты вернатурал, на всякий случай. Угу, проснулся, сразу едешь на суд, жужжит, зашурен за срок до твит. Скилл шутинг. Угу. Если беспилотника, голос не самый долгий, увы. Да, про молчание, блядь. Про то, что, блядь. Угу, типа, будь смелый, говори о своей позиции, озвучивай ее. Да, если что-то не нравится, блядь, пожалуйста. Типа, он как будто бы вот так вот. Да. Самый громкий голос не самый долгий. Ну да, типа, кто громче всех кричит, тот не самый долго кричит. Да, тут вот ссылочка в конверте из Колымы, да. Прячет вонючий хвост, но рыба ведь с головы. Да, рыба гнет с головы. Опять, это все про политоту история. Причем, что первый, что второй куплет. Вот, оппозиции, да. Ну, в этом плане базару нет. В этом плане они полностью правы. Оба правы. Если, типа, ты хочешь сказать чего-то, ты должен это делать, заявлять. Вне зависимости от той позиции, которую ты придерживаешься, блядь. Вот. Надо ее высказывать, да, так или иначе. Ну, если ты считаешься человеком, который, блядь, хочет влиять на процессы в рамках мира, в котором он живет. Да, чем, в общем-то, мы и занимаемся, да? Да. Но, наверное, не совсем с этой стороны, да, о которой идет речь, да. Тем не менее, очень красиво завернут текст. Очень красиво завернут текст. Охуенно. Банален, да нельзя. Ну, я не знаю насчет банален, прям пиздец. Вот, просто количество образов, которые запичканы, да, здесь просто там. Ну, вот, понятно, что тут вот все понятно, да. Тут все понятно. Но в каждой, и тут все понятно. И вот здесь тоже. Но каждая строчка является собой образ конкретный, да. И учитывая скорость и флоу, как оно здесь подано, такое качество концентрации образов и текстов, мне кажется, это пиздец. И вот это вот, да, да, да. И вот это, да, да. На моей футболке место для вашей рекламы. Да. Хватает сил, но бежим, утопая в трясине по полю, не переобуваясь, это кросс. Да, с одной стороны, типа, угу. Куда материться, пишем, а он пост. С одной стороны, тут речь о том, что, блядь, что будет тем, кто говорит против, да, что будет им голос, который громкий, да, он звучит недолго, а вот, и типа, ну, короче. Ну да, что, начинает гнить, хоть и раньше искала мыс. Да, рыба гниет, хоть раньше искала свой путь, да?
Типа как будто бы все станет заебись, но типа нет, да? Будь сильнее других, но не бойся их, да. Ну, в общем, да. В общем, короче, за свою позицию, за свое место в мире надо, блядь, говорить, да, надо делать и двигаться. Буквально мысль трека, будь ты за или против, закончишь одинаково. Ну, это, по сути, база, конечно, тоже на самом деле. Это, по сути, база. Потому что выживает не сильнейший, блядь, а выживает приспособленный самый хорошо, да. А приспособленный — это обычно самый заткнувший свои ебало, да. Который просто ждет, куда дует ветер, что получится, и он всегда его хата с краю. Такие выживают. Да, те, кто, блядь, говорят открыто, что с одной стороны, что с другой стороны, друг друга выхуяривают, и все, пожалуй. Ничего не происходит, да. Идем дальше. Охуевший трек. Пацан, нахуй страх, вот нас бить тебе мелочь заработал. Перестань сомневаться, нахуй страх, мы все из одного помета. Пиздец, добавил в плейлист альтернатива я этот трек. Альтернатива 2022. Пришелец, погнали. Да, то есть здесь дикое флоу, при этом оно приправлено смыслом, образами и текстом. Дешевые улыбки, чудо, фотоаппарат. Портал открыт будет недолго, вот и тебе пора. Ты столько лет жил в этой грязи, но руки не заморал. Слышь, победы напоследок о мире нашим, братан. Чего узнал, как тебе жилось? Пил ли сок и слез? Проросло ли корнями в мозг наше естество? Миру рыборос, что рождает спрос? Почему от слов про все наши чувства в горле застрял мятный холст? 6 утра я в городе, что не спит, но вокруг тишь. Не ищу любовь, уже понял, это не мой движ. Барби нужен папик на теле, хэштеги фу кринж. Как сахарную вату на палку себя накрутишь. Да, я каждый день тут жил с ощущением, что я лишний. Неосторожный шаг, и вот шея висит на вишне. Слышу, что я зеленый, и время все нам залечит. Маленький эмигрант, зеленый, блядь, человечек. Войны оставят кратеры, их мягко укроют храмами. Вам важно бы чем-то больше, с пустыми, как душу тратами. Но вот под конец пути ты истину поймешь малую, что звезды как горят, так же часто они и падают. Да, вот этот оскал, он в принципе заиграл, да, вот этот рев, блять, он заиграл красками другими, да, на облоге после прослушивания трека. Да, это аутро, это аутро, это последний трек. Интро у нас сделал Рэм, аутро у нас сделал Кома, Сильверхенд и Пришелец, да. Пришелец — это человек, который, как он и говорит, да, типа, что он, блядь, везде он лишний, короче. Каждый день тут жил с ощущением, что я лишний. Угу. Типа, что вот это все, то, что модно, то, что популярно, то, что заебись, то, что правильно для всех, типа. У некоторых людей это не приживается, они в ахуе, они сколько бы ни пытались, так сказать, войти в какую-то форму, вот я не знаю, конечно, именно творческий путь, да, еще больше Кома, но вот из того, что мы послушали до этого, как будто бы там, ну, была довольно-таки нонконформистская тема с точки зрения музыки и жанра, ну, в том плане, что я не знаю, сколько вот он уже работает, так сказать, против, да, вот трендов, против жанров, потому что до этого мы послушали, ну, достаточно ровная музыка, да, не слишком пиздец, типа, такой непонятный. Вот, Рэм, допустим, экспериментатором всегда был, в общем, да, всегда был экспериментатором, агрессивно зачитывал, типа, ну, Кома, я не знаю. Вот, поэтому хуй его знает, как здесь было. Ну, вот он говорит, что вот так вот, а про вишню, ну, дерево, вишня, на дереве он повиснет, как я понимаю, да, в этом плане имеет, шея висит на вишне. Ну, типа, просто дерево, да, это как я понял. Да. Угу. Зеленые человечки, да, 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 да. Угу. А сука, к ведьмаку не знаю. Угу.
вообще мимо пролетает. Я о том, что если текст не читать, по сути, не очень. Ну да, блядь, здесь хочется вникнуть в текст. Тут есть определенное противоречие с точки зрения именно их посыла, с точки зрения их каких-то... Короче, доносить позицию гораздо понятнее и проще в другой форме. Они выбрали форму, которая обычно наполнена какими-то очень простыми базовыми эмоциями. И несут, допустим, историю, да, без какого-то сложного подтекста и перебирания понимания образов. Вот о чем речь, да? И текст, типа, такой более простой, более понятный. Он обычно очень ритмико-ориентированный, просто покачать башкой, типа, там, какой-то репрезент или какая-то там более простая хуйня. Здесь пацаны зарыли дохуя смысла, вот, и дали очень сложную обертку. Если слушать внимательно текст, обертка начинает давить. Если слушать форму, непонятен текст. Ну, вот если так вкратце, да, то есть, чтобы очень внимательно въедчиво. Короче, это музыка для музыкантов, по большей степени. Вот если использовать градацию, там, концертник, да, там, музыка для слушателя, концертник — это какой-то вот разъеб с припевами, с очень крутыми, распевистыми. Музыка для музыкантов — это что-то очень сложное, глубокое, такое, да, разнообразное многообразие, которое тяжело сочетается в одну простую картину для слушателя. Это вот для музыканта, да. Для слушателя это что-то очень легкое. В рамках этого альбома, наверное, это трек «Bullshit», если это его вообще, блядь, можно назвать легким. Хуй знает, конечно. Вот. Блять, конечно, интересно было бы глянуть хотя бы краем глаза предыдущий альбом, ёбаный в рот. Хотя бы пробежаться, что ли. Но это будет, ну хули толку пробегаться, да, если там опять же там много всего. Наверное, мы слышали. Хотя пробежимся, может, а? Давайте хоть по-бырому, а? Из этого релиза мы слышали только вот эту тему, да, по ходу дела? Neverland только, да, мы вроде слышали? Все, остальное ничего. Ну, интересно, конечно. Конечно, интересно. Давайте, да, оценим альбом сначала. Оценим альбом, давайте. Ребят, предыдущий. Технически очень сложно докопаться. Очень сложно. Текст построен пиздец. Сильно. Образы лютые, рифмы лютые. 10 баллов, ёбаный в рот. Структура, ритмика. То же самое. Единственное, что вот есть ощущение, что не всегда оно уместно к куплеты к припевам. Очень субъективная история. За счет этого я вот здесь готов 4 балла поставить. Потому что треков, которые прям вот нравятся, пиздец. Есть, вот в альбоме есть такая история, что какие-то парты нравятся отдельно. Какие-то четверки, или какой-то куплет, или какой-то припев, что-то еще. Вот целостно прям, чтобы вот кайфануть максимально, да? Вот это bullshit, да, история? Сейчас. Вася, паники, бату. Их-то надо столько. Мы вас прикатим. Это вам лобби, рядом я не вытыкаю. Сети неона тебя найдут. Вот bullshit, наверное, я вот добавлю тоже, да, в плейлист. В альтернативу тоже. Угу. Да. То есть есть ощущение нецелостности. Я типа не могу. Даже вот технически пиздец, да, вот можно ли тут за харизму, типа за индивидуальность ставить меньше? Наорали, сделали, реализовали, пиздец, просто пиздец. Здесь 9 я поставлю. Реализация выбранного стиля. Ну, шикарно сделано. Какой-то припев, допустим, Кома не очень понравился с очень личной песней. Но, бля, я не хочу ее оценивать.
слишком она какая-то, блядь. Тут все песни, в принципе, глубокие. Они про войну и про личную жизнь, про мировоощущение, про взгляд, про дорогу, про путь, про протест какому-то... Наверное, к поп-культуре в широком его понимании, да, ее понимании. К тому, что всем понятно, все заслужено, все вот абсолютно вот оно котируется, оно почитается, оно зарабатывается, оно двигается. Вот протест против этого всего, короче. Да, в рамках жанра, да, сделано заебись, на мой взгляд. Где-то он чуть-чуть харизму потерял, да, в моменте реализации. Ну, наверное, я 9 готов поставить. Трендовость и актуальность жанра. Блять, ну пиздец. Опять же, это не поп-рок, это не какой-то ракешник. Я думаю, что это 2-3, наверное, да. Ну, типа, ребята отдают себе отчет в том, что это не тренд. И они сами об этом говорят, и они не против этого, это понятно, блять. Как будто бы даже 2 балла, а не 3. Слишком музыка аутентичная, да, слишком она не распространенная. Она очень сложная, пиздец во всех смыслах, да, и сделать технически это припев и текст, и все. Я бы даже 2 балла поставил, то есть они, наверное, одни из немногих, да, кто это делают вообще в целом. Есть там, да, вот кто там трэп-метал делает, например, из наших ребят, но тоже очень мало, не на широкую ногу все это поставлено. Поэтому 64 балла. Технически очень круто. Слушать тяжеловато некоторые моменты. Некоторые треки на 3. Некоторые там на 4 с лишним, с копейками. 64 балла, да. В любом случае, столько, что касается технической какой-то реализации, текста, да, вот этого все, это пиздец. Внутри, в рамках каких-то партов отдельных, да, там десятки однозначные. В целом, как это все между собой звучит, ну, не совсем целостно. Поэтому 64 балла. Вот такая история. Давайте быстренько ознакомимся хотя бы с предыдущим альбомом. Бля, интересно, пиздец. Я понимаю, что это будет не совсем корректно, и фэнам я прошу прощения, да, что это будет в таком стиле сделано. Но хотя бы просто посмотреть. Может, что-то в плейлист улетит. Хотя бы прокликаем, да, хотя бы просто ознакомиться. Бля, я не слышал, потому что я не слушал до последнего, чтобы, если вдруг я это послушаю, чтобы с вами послушать. Я слушал один трек здесь, вот, вместе, опять же, мы слушали Neverland. Все, больше нихуя. Давайте просто ознакомимся, блядь, с тем, что тут есть. Погнали. Blood. Да, пройдёшь, как будто. Хотел вроде как быстрее, да, поставить, но парты ёбнутые.
Это прям, это очень высокий уровень. Такое ощущение, что тут могут быть треки реально сильнее, чем в Delirium. Чуваки, это хит, пиздец. Это хитовая песня. Такого хита не было на втором альбоме. Клип тут, говорят, есть. Ебать, мать. Это хит. Это ёбнутый концертный хит. Влад. Охуеть просто. Я закидываю этот трек в плейлист 100%. Этот трек сильнее любого трека на Delirium. Это пиздец. Blood. Ну, концерт, короче, да? Так, блять, следующий трек. Души. Души, блядь. Да. Нашел Блейз. Одно из писателей, которое... Очень знакомое что-то. Ну, окей. Следующий трек, детонатор. Это не пиздец. Влад сильнее, друг. Кока-кола со льдом внутри рома. Танцуешь у бара, и там катастрофа. Хоть не надевай колечь, а, эта хищница так жрёт и меч, а, покалечит психику, словно нечисть. Эта сучка хочет сожрать меня, будто чёчек. 50 лошота, P5 и 2 лишь начальный залп. Чокер выдает ее маятником, качает зад. 2 часа жесткого флекса никто не сдаст назад. Никакой любви в этих красных глазах. Вся в оригинальном жмоте, вся такая в моде, еле понимает, ходит. Забила ребят, только мы забыли, да в это особо так опадает. Я,
припевами, с бриджами, что-то хуй знает, не очень. Смотри, что хейтеры, хейтеры. Кому как формула? Хейтер, я сделал тебе хат-пейпер. В этом прав, это кэш, а не ризла. Среди всех женских имен у меня на первом месте виза. Будет говорить за УЗИ, но течет раз на раз, как смузи. И теперь грузом едет облок, попал в трамп Black Land Cruiser. Хейтер, я сделал тебе хат-пейпер. В этом прав, это кэш, а не ризла. Среди всех женских имен у меня на первом месте виза. Будет говорить за УЗИ, но течет раз на раз, как смузи. И теперь грузом едет облок, попал в трамп Black Land Cruiser. Это все, что ты можешь оставить, там только она не ослабит, нас глянем, брат. Сколько таких, как вы, праведных переобуются, валенок вспоминай. Кто показал тебе флоу, от которого копится стамина? Травишь настолько, смотри, что потравы хватило до стадиков, крики с динамиков. Вы даже действия, а вы носите музу на надежду. На времени нет, готов полить за процессами монетизации. Будет вся ваша пенсия. Хули ты бесишься, я тоже был на твоем месте без гроша. Теперь богами выступления лишь пожар. Просто я всегда был готов на лишний шаг. Апокалипсин, да подумай. Хейтер, я сделал на тебе хат-пейпер. Это правда, ты кэш, а не ризла. Среди всех женских едет арба вместе. Микс-музи, и теперь грузом едет облок. Попал в трамп, Black Knight Cruiser. Поднимаю фак, будто флаг. Да ты парень хейт. Тебе нужен сканг, но твой банк 3-2 Фаренгейт. Ты очень не хочешь, чтоб кто-то узнал. Герой интернет-инквизиции. Ты хотел нас убить, но когда мы пришли, полиция. Кто ты забыл здесь на улице, бой? Ну, такое. И не рок, и не дрил, да. И хуй знает, вот. По харизме даже не знаю. Не кайфанул я, короче. Наверное, слышали СПД, следующий трек. Очень круто. Шикарная харизма, шикарно по музыке идет. Прекрасные контрасты, переходы, куплеты, обалденный текст, шикарные арбеки. Ебать, какое качество высокое. Надеюсь, Кома тоже тебя разъебет. Разъеб, разъеб, хит. Концертники, хит. А, Кома тут особо и нету, да? Понятно. Очень круто, очень сильно. Вот он, да, Кома? Ебать. Плейлист залетает, это дерьмо. 100%. Альтернатива 2022. Это пиздец какой хит. Что касается концертника, это даже более концертный концертник, блядь, чем Блат или чем все остальное, то, что мы слышали до этого в Делириуме. Делириум — это жалкое, сука, подобие вот этого, при всем уважении, да. СПД и Блат — это пиздец треки, пиздец хитовое дерьмо, нереально просто. Что может показать нам здесь? Найди детей, просто других детей. Нам это тут хорошо сидеть. СПД, да, страна потерянных детей. Охуеть, охуеть. Просто я в ахуе.
Настолько оно все целостно. Это, короче, монолитная вообще структура, монолитная. Вот если в Delirium'е там вроде как где-то припев заебись, где-то парт заебись, где-то то заебись, где-то это заебись. Тут вот оно, шарик это, короче, закрытый полностью идеальный трек, блядь, в котором все, все четко переходит друг в друга, да, вот даже бридж вот этот кома, да, где он там проорал, вот эта вся история. Нигде никакого, да, ни нотки какой-то вот выпирания какого-то звучания, еще чего-то. Бля, этот трек просто, даже если кто-то не хочет слушать весь альбом, пусть оно просто послушает ебаный СПД. Очень мощно. Буду ставить это на стримах, да, в начале. Пиздец, блядь. Ну, типа, я имел возможность это просто не услышать, да, пропустить, и просто потому что, блядь, я пытался пропихивать этот альбом сколько раз, блядь, и еще раз за него голосовали, еще раз за него. Ну, я понимаю теперь, почему за него не голосовали, да, потому что это вообще нихуя не рэп, это не хип-хоп, это просто, ну, вот-вот, это вот. Но говорить о том, что эта музыка уступает в качестве, в живости, в динамике, или вообще в том, чтобы иметь место быть разобранной, прослушанной, услышанной или добавленной в плейлист, это, блядь, вообще даже не обсуждается, это пиздец крутая вещь. И я очень рад, что у нас есть музыканты, которые не зассали, блядь, и сделали вот такое, да. Они, во-первых, не зассали с точки зрения своей позиции, да, донесения своих мыслей, и, во-вторых, они не зассали с точки зрения экспериментов по музыке, это пиздец как пиздата. Ну, у нас что, у нас, блядь, не зассать надо с обоих сторон, да, с точки зрения позиции. С точки зрения позиции ты говоришь, тебя там одни ебут, и власть ебет, с точки зрения другой позиции ты говоришь, тебя другие ебут, блядь, и с другой стороны в нете тебя ебут. Тебя всегда ебут, короче, максимально выгодно завалить ебало и молчать, да. Но каждый в этом плане выбирает для себя сам. И что касается выгоднее, опять же, да, вот им выгоднее, наверное, было делать что-то понятное, наверное. Хотя я хуй его знает. Может, не выгодно, может, они не могут продать то, что, блядь, понятнее, да, не знаю. Не знаю я, с какой точки зрения. Но музыка звучит очень живо, как будто бы они правда душу в это вложили, не как будто бы это какая-то... Понятно, что все хотят выстрелить коммерчески, все хотят успех, деньги, популярность. Это все всем всегда, блядь, понятно. Вот, но типа здесь музыка звучит очень живо, очень по-настоящему. Это не какая-то попытка ради попытки там вылезти там как-то вот из своего вот хотения, да. Это прям вот, сука, живое дерьмо максимально. Оно, они горят оба этой хуйней. Круто, короче, очень пиздато, очень пиздато. Ой, бля. Трек залетел в плейлист. Следующий трек «Отвлеки меня». Реоренджи, да, или как-то это лимбийский, как будто немножечко, да. Ну, может и нет. Спокойнее, как будто, блядь, чуть-чуть так спокойнее, припев пиздатый. Сейчас он сменит, я думаю, напоры будет заебись. Не, он не сменяет, да? Припев охуенный. Припев отличный, очень красивый, прекрасный, круто звучит, все шикарно. Давит слишком сильно. Передавливает битос, на мой взгляд. Давай спокойнее, Браски, спокойнее. Браски, чуть поспокойнее. Просто расскажи спокойно. Не могу сопротивляться, так сложно. Все вокруг меня хотят уничтожить, но чувствую кожей. Самобичевание лучше. Никакой я больше не уже. Рэп так и не глушит. Хоть вот и жить он, не вот, закончу, вот. Раны стали шире и глубже. Я шизик заблудший. В этом мире полным иллюзий, дешевой любви до конвульсий. Выдавить улыбку и смех, притвориться добрым товарищем, нужным, влиятельным. Мне не поддавался успех, и я его пытался выкачивать в ложных объятиях. Вроде бы пошел на свет, все подрасчитал, закосил. Тут под всех замечательно, только мне не нужен свет, в котором тебя нет, там одни голограммы.
приятелей. Столько судей, лишений. Вот, даже он экспрессивно давит, но спокойно говорит Мэйн Капуда. Вот этот воды. Боль отпустит мишенью. Где ж текст, да? Порцию лучших. Капилляром на шее. Только для тебя ожил, я слышишь? Охуенный парк. Блять, вот. Вот это 100% вообще работы сильнее, чем Delirium. Ебаный в рот. Ну типа, камон, действительно нужно было слушать сначала это, а потом просто как дополнение то. Шикарный припев. Один из лучших припевов Комо за два релиза, которые мы послушали. Один из лучших припевов Комо. Очень мощно, красиво, жирно. Меня! Вот это вот прям пиздец. Шикарное прочувствование рэмом второго куплета. Здесь на самом деле немного мимо, да, как будто небольшая мешанина получилась из того, что передавил сильно, да. Может быть, контрасты можно было бы, как я говорю, он начал вот пиздец, а потом не наступило никакого потома, да. В общем, на первом месте здесь припев Комо в любом случае. Очень сильный, очень красивый, очень глубокий, очень хитовый. Потом куплет Рамиреса, да, и с большим, к сожалению, отставанием идет куплет Комо. Но припев на первом месте однозначно вот этот. Шикарная вещь, вполне себе тоже выступать с ней. Я думаю, да. Охуенно. Следующий трек, рисунок. Да, молодцы, пацаны, молодцы, охуенно. Отдельное голосование. Но у нас все вместе. И Макан, и Рэм, и Шок, Инстасамка. Все у нас в одном случае, да. Опять охуенный припев. Вновь идем на рекорд. Снова поминаешь мой город. Стреляешь в лицо, это зло. Ликуя каждой клетки врагом. Ты представляешь, все мне делаю вдох. Но я настолько глубоко, сейчас только в упор. Все вижу, демоны приду вокруг. И девы гол-гол. Сыпется белый, как песок. А наши губы мы пьем. Это не закончится сегодня. Ведь сегодня я хочу быть лишь на темной стороне. У тебя выбора нет. Если ты выебешь мне мозг, то это твои буфеты. Сука, смотри, не припуй. Мне так надо быть здесь. Я заслужил это, но ты меня сдушила без тебя. Я за культуру, но мне похер на культуру. Что мне нельзя пересечь. Сука, отправь себя домой. Я останусь везде. Низкий тюрьмяк над столом. Это в итоге лучше, чем твоя фанатская любовь. Мы можем не спорить, сука. Я не хочу домой. Не помещаюсь в рисунок, где мы поем. Давай, бро, разъеби. Ну. Бегом от этих ненормальных потасовок. Чех на утес, откуда сможем с тобой парить снова. Видимо, зря ты понадеялась на гороскопы. Смотри, мы на передовой порталу новостного. Разбиваю две машины, пропадаю в блэкис. Но мое тело на ремонт не принимает сервис. Ты не виновата в том, что я такой придурок. Что в моих венах лавы уровень температуры. Я хочу остаться, понимаешь. Не забыл меня к себе открыто. Медленно, как лёд, от злости таешь. Да, сегодня тут ты прокрала. Умолять не надо, не сдамся. У тебя тут нет даже шанса. Охуительно. У тебя сутусы не часто. Не хочешь ссоры, я не участвую. Мы можем не спорить, сука. Бля, хитовый трек опять. Опять хитовый трек, опять хитовый трек. Причем на этот раз идеально реализовал Комо. Наверное, даже лучше, чем Рэм прочувствовал этот куплет. Все четверки, сука, залетели прям шикарно вообще. Просто идеально, охуенно, максимально, насколько это, сука, возможно. Шикарный припев опять от Кому. Прекрасный, замечательный вообще. Два куплета. Ебать, хитовое дерьмо. Нахуй, походу, я делаю сейчас. Вот выпили все, что я... Просто у нас же за год в плейлисты не может быть, ну, там, больше четырех там треков от одного артиста, да, чтобы не было одним артистом все забито, потому что нам понравилось, да, мне там и вот вам на стриме. Вот, и поэтому, учитывая, что вот эти треки, они выдавят нахуй просто, они просто выдавят те треки, и все, трек-рисунок залетает в плейлист, блять, альтернатива. Походу, те... Да.
сказал тоже. Да. Идеально, бля, идеально. Ёбана, идеальная работа, сука. А что вы мне говорите, сколько просил я, блядь, сколько раз в голосование ставил этот альбом? Ну, типа, у нас же все-таки, ну, у нас же народный проект, как ни крути, у нас все-таки, ну, решает голосование, люди, блядь, очереди. И когда мы не успеваем все это послушать, да, я что, ебать, против, что ли? Я бы все вообще, вообще все релизы слушал, ну, типа, просто тупо времени нету, да, и я не могу стримить круглосуточно. Если даже я это буду делать, я, ну, хорошо, я не смогу, ну, представим, что я это могу, я просто перестану слышать музыку, это просто будет вот такая вот хуйня, да, стрим ради стримов, да ебал я это в рот, и это не вам не надо, не мне. Музыка, она, ребят, столько душу, блядь, вкладывают, и мы такие, дальше, 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 так, что ли, слушать? Да не будет нахуй этого. Ебануться просто. Рисунок — это топ. Топ вообще, мега топ. Что вы мне хотите сказать? Что они не собирают, блядь, полные залы, забитые просто мясом, нахуй, лютым, разъебывающимся под вот эти концертные треки? Вот эта хуйня с рассказом о том, что людям не зашел, блядь, не зашли релизы, типа, вот под это люди не разъебываются и месива нету? Я не верю в это дерьмо просто, ебаное, не верю. Да, да, даже не в Бусти, вот он был. Вот мы даже не в Бусти запускали голосование. То есть среди релизов, которые, типа, не набрали в голосовании, ну, типа, мол, может, давайте, блядь, и вот, типа, один хуй нет, да. Ну вот, я очень рад, что в итоге получилось. Адреналин не соберут. Ну, наверное, адреналин не соберут, я думаю. Да, вот у нас Нагана отлетел в голосовании. Хорус, Гуляй Рванина тоже отлетели в голосовании. Может быть, там тоже что-то годное, но не успеваем просто тупо. Вот уже опять... Блять, среда, да, наступила, через четверг, пятница, опять куча новых релизов, да, опять голосование, опять мы погнали, бля. Короче, ладно, хватит пиздеть, идем слушать дальше, значит, адреналина. Сука, надо пропагандировать эти треки из Старскрима. Неоновый рок, погнали. Очень круто, ребят, очень круто. Бля, как же хорошо, что я послушал вот этот альбом. А Delirium, он все-таки вторичен по сравнению с этим. Реально он вторичен. Даже, да, там вот эта вся история позиции, вот эти все мысли, там все это круто, но с точки зрения музыкальности, это просто земля и небо. С точки зрения просто песен, да. Там технически все пиздато, но общее впечатление там 3-4. Здесь пятерки почти везде. Вот это круто звучит, вот это все душно звучит. Нихуя непонятно. Не, нихуя непонятно, и со словами тоже. Капец так. Обречены на закаты мы после закономерного падения. Отстрел тех, кто не поверил в нашу судьбу. Но прости за то, что мне понравился Don't Stay, проснись. Я не могу остаться, да меня тянет другое. С этими рейноты, холи лукой в мире искоем. Найти себя, убить паранойю, забить нелегко. Но все же я запел, хоть и воин, паниковал. Глядя на вас, каков же будет расклад? Это шанс или момент убить потенциал? Себе не дыша, еще немного и вот-вот по мне погибнет левша. Порвутся цепи, я уйду орать в составе киша. Ты словишь ха-ха, ты будешь тыкать пальцем. Да пока тебя не скрючит, а в боли боках. И вроде пока, и вроде бы мы попрощались, ты еще за нас поднимешь бокал. Я понял, да, я понял. А, тут еще будет проигрыш, да, какой-то? Угу. Флом, этот альбом писался полтора года, не любим один месяц. Понятно.
Ну, возможно, в Делириуме то, что не вошло сюда, может быть, есть и так далее, да и какие-то... Да, неплохое настроение, нормально, но как будто бы ритм слов в припеве, да, где вот неоновый рок, да, заебись звучит, а вот остальные слова в припеве как будто не очень история. Рэм пролетел так, ну, неплохо в, в куплете, но как будто чуть-чуть скомкано, что ли. Не лучше, против рисунка, короче, не пляшет вообще, да, вот мое мнение, против Blood, против рисунок, да, пиздец. Клеит следующий трек. Охуенный синт, вот этот эмбиент, да, тоже. Пересечение взглядов томных. Я так наивно подарил свое тело за стоны. Так горел тобой, что верил на каждое слово. Чё теперь в твоих руках сердце бьется, паскуда? Где мой маленький, скажи, когда пьяный рассудок? Выдавай мне брешь, чтоб я опять потерял себя в сутках. Нестабильно от того, что ты та еще сука. Ты в моем сердце до сих пор. Иди нахуй! Мне снова не везет, но в итоге страха нет. Хочешь убить меня, страха нет. Что тебе законы, любовь, игры, любой триггер. В итоге будешь на коне, как они. Твоя амбиция вещь, я не умею петь. Но почему-то пою, даже если ебались не по любви. Starscream более попсовая история. Ну, если так можно, блядь, вообще говорить, да, в рамках этого релиза. Он более концертный. Даже фокусы раскрыты, в рукавах не было карт. Это соло-детектив, а я сам себе Мариарти. Я ненавижу много думать о том, что сегодня-завтра мои внутренние раны вырастут до большой травмы. В моей голове дыра, что похоже на коридор. Я открываю солнце двери, впускаю розу ветров. Мне очень нравится, как вот этот куплет идет. Мне нравятся куплеты, да? И опять же, вот тут немного не сочетается припев с куплетом, на мой взгляд. Немного не сочетается. Он хороший сам по себе, да? Но вот самый пиздатый пар тут, наверное, кома куплет, да? Вот Рэм тоже. Круто, да, здесь сделал. Вот кома хорошо прочувствовал музыку. Тут прям охуенно вообще я кайфанул. Максимально. Вот такая вот история. Да, ну, ребят, сорян, всем не угодить в любом случае. Вот кто-то Макана ждет. Кто-то вот проголосовали, додавили там Луи, да, грязный Луи, чемодан альбом прослушай. Кто-то пиздец топит за инстасамку альбом. Тоже поп-музыка, ну хули, блядь. Кто-то там топит за альбом Славы Мерло, блядь. За альбом Скали Милано, блядь. Ну дохуя музыки разные, типа. Тогда вообще нахуй все голосования, да. Ну это тоже неправильно, наверное. Поэтому мы и балансируем. Если есть время, вот слушаем то, что в кайф. Следующий трек. Корабли. Погнали. Да, да, блядь, пиздец. На Ютубе сколько там? В прошлом месяце 600 тысяч уникальных зрителей было. Ну, камон. Волнах волос, на плечах твоих задохнусь, в который раз. Ведь так повелось, что любви не место в столь безумных нас. Откроешь мне дверь вдруг, но я не зайду. Оставь на пороге меня умирать, как элитный коньяк. Без тебя, что-то пиздец по нотам прям, сейчас же, сейчас, очень-очень. Твои ласки в бреду, это все меньше похоже на рай. Льется смех всех друзей, в нашу сторону бьются бокалы под вкус перегара. Терпеть или выйти с игры, что недаром казалось пропальной нам спеть. Во взгляда видишь, как мы далеки, никаких больше алиби. Все, что на пути и в груди, будет в наледи. Тонут корабли, моряки в твоей гавани.
унесенная ветром на дальние берега. Откроешь мне дверь вдруг, но я не зайду. Твою постель не согрею, салют. Это все, что прочтешь ты, с ума не сойду. Ведь нам вдвоем тяжелее. После нас только стоны тревог, сотни бутылок допитых за боль и обиды. Наши крики не стоят того. Хороший, ведь нам надо ведь быть счастливыми только с другими видеть. Как мы далеки, никаких больше алиби. Вот это красиво. Это красиво, очень богатый голос, очень сильный голос, сочный голос, мяса очень много в голосе, круто. Здесь как будто немного мимо, вот это очень мощно, бля. Как мы далеки, никакие, это шикарный парт, шикарный парт. Все, что на пути и в груди будет. Очень богатый, очень сильный голос. Раскрылась и почувствовала себя хорошо. Вдвоем поздно стартовала. Это, как я понимаю, Иван, да, разъебывает риф. Аутро такое закрывающее, да, короче, да, тут прям максимально, ну, да, забивают прям пиздец. Надо слушать. Угу. Аутро красивое, да. Знаете что, мне облога не нравится здесь, я вот что могу сказать конкретного. Мне не нравится ковер на этом релизе совершенно. Он вообще не отражает наполнение нихуя. Мне не нравится вот этот ковер абсолютно. То есть, блять, альбом гораздо глубже, чем вот это. Мне кажется, ковер еще немного... Как будто бы ковер еще немного отталкивает, да, блять, от прослушивания. Кулак вот это, да, типа, вот такие лица, да, вот сделанные. Ну, от взрыва, типа, сгорающие так или иначе, вот в таком вот формате. Как будто бы это какая-то неглубокая, да, такая история с охуенным текстом, да, с красивым наполнением, реализацией, а какая-то, может быть, какой-то прикол с Jersey Club'ом агрессивный, да. Или еще что-то такое, очень такое легкое, может быть, даже что-то смешное, блять. Потому что нету в этом серьезного пиздеца, да, вот заявленного. Облога, честно, вообще, блять, хуйня. Вот сорян тем, кто это делал, да, я выбрал. Она вообще не отражает наполнение, ебаный в рот. Так, что касается... Вот эту обложку. Почему не взяли в основной релиз? Почему не взяли в основной релиз? Потому что он менее зубастый с точки зрения текста, да? У него менее черные зубы, да? Ну, блядь, хорошо сделали бы менее черными зубами, блядь. Чтобы не вот настолько, да, прям жесткий зубастый он. Да, он менее зубастый с точки зрения текста, но с точки зрения, блядь, реализации вообще пения и музыки, и скримов, и вот этого всего. Здесь богаче обложка, реально, гораздо богаче. Она четко отражает наполнение альбома. Ну, может быть, что-то среднее надо было взять. Окей, блядь, да, не настолько грязные, не настолько бешеные глаза здесь, да, вот в этом релизе. Не настолько, да, блядь. Не настолько бешеные глаза. Но они, ну, не вот это. Не это.
это отдельного трека. Вот у трека, у сингла Neverland, охуенная облога. Смотрите разницу, да, между вот этим, где мы такие, да, все серьезно, нихуя себе, и творчество интересно, и вот этим. Какая-то карикатура, блядь, ебаная. Может, поэтому еще как-то, ну так, типа, ну, люди типа хуй. А блога на самом деле очень дохуя весит. Очень это важная история. И мне кажется, она вообще не угадана здесь. Вот, я бы еще до чего хотел доебаться, да? А вот. Потому что люди воспринимают релиз же, ну, по одежке, ну, по-любому, типа, о, что это, а, бля, хуйня какая-то. Все! Те, кто не слышали, не знают и не понимают, просто вот так и скип, нахуй. Скип. Вот, посмотрите облогу, блядь, в альбоме Федука. Посмотрите облогу в альбоме Луи Чемодан, да, последний. Это пиздец, шедевры. А это что? А музыка какая крутая внутри. И кто до этого доберется, блядь? Вот с Нойзом сингл, охуенная обложка. Вот он. Базару нет. Все четко, все круто. По мне блогу не имеет значения. Зря ты так думаешь. Зря. Ну что? Я предлагаю оценить все-таки это дерьмо. Вот так мы. 5 баллов. Да. 5 баллов. Что у нас там? Ну, добавить трендовости, допустим. Индивидуальность и харизма. 10 нахуй. Структура ритмика лучше. Текст чуть похуже. Да. Реализация выбранного стиля. Да пиздец. Десять, ёпта. Структура, ритмика. Как будто бы все правильно здесь. Есть прям стопроцентные десятки. Есть десятки, блядь, десятки, да. С ПД рисунок, блат, пиздец это вообще. Это пиздец, просто пиздец. Что у нас получается по итогу там? По плейлисту, да? Ой, блядь, мейнстрим зашел. Да, вот это вечерок у нас, конечно, получился. Нихуя себе, да? Хм. Ну да, у нас три трека получается. Три трека получается. Блат, СПД, рисунок. А там что, булшит? Нет, получается, фаст-трек отлетает. Угу. Булщит остается, как более понятный, да, для прослушивания трек. И вот эти три. Блат, СПД, рисунок. Как нехуй делать, они вытесняют треки из Делириума. По мне так. Какие-то вещи есть попонятнее. Здесь вроде троечка, да, может быть даже вот такая, да. Троечка, наверное, все равно, да. Угу. Проскипал слабые треки, теперь оценивает получше.
Да я, блядь, скипал, в смысле, все, да, типа. Или что, думаете, некорректно оценивать, да? Некорректно оценивать. Может быть, вы правы. Из Need for Speed был саундтрек какой-то из Underground первой части, очень похоже, не помню, не знаю, как называется, очень похожий трек оттуда. Пиздец похоже. Да, первый Need for Speed Underground, там был саундтрек. И вот этот трек по нотам очень похож по структуре, пиздец. На виду будто вебкам, удалить этот аккаунт. Тебе нужен мой карман, сук хочет на юг трат. Отделюсь будто Харвар, я снова люблю брак. Берет мой язык на болевой, накидывая себе пару баллов по головой. Я не могу заменить такую динамитом, добиться набитый какой-то другой. Да не поломай, мы же пятого ногами, увы, не встретишь вроде детка. Принеси бухла, запей. Это все, что ты можешь оставить там. Там едет на блок, попал в трамп, Black Knight Cruiser. Хейтер, я сделал для тебя Ring Hate. Тебе... Пам? Да. Пару вещей есть. Наверное, вот так, да. 74 балла. Да. 74 балла. Я думаю, так будет правильно. Да. Хуякс. Да. Спасибо ребятам. Если кто-то из вас досмотрел до сюда, да, блять, можете зайти сюда и предложить что-нибудь, или просто посмотреть, что здесь происходит, да, прокликая чего-нибудь, если вам впадло что-то писать. Вот там ебану еще одну рекламу, да, нам максимально это делать невыгодно, да, записывать такие длинные видео с точки зрения интеграции. А вот, но мне хочется это делать, поэтому похуй. Старскрим против Делириума, сугубо статистики ради. Да нет, наверное, бро. Не хочу, лень, просто лень, пиздец. Нам еще кое-что надо посмотреть, да, типа там клипы, треки, другие. Спасибо, хочу сказать ребятам за то, что они сделали настоящие творческие вещи. Выкупят их когда-нибудь, не выкупят. Они свое дело сделали. Это творцы, блядь, это создатели нового. Это творческие личности, да, которые ебаные мозоли, сука. А вот, это создатели чего-то нового, которые должны нести, блядь, охуенные вещи в индустрию, они это делают. Может быть, это не совсем новое, да, с точки зрения переосмысления чего-то, как минимум у нас этого нету. И то качество, которое они показывают, ну, это достойно, это достойно. Это не то, что они там в чем-то вдохновились и выстроили хуйню, да, типа вот подобию жалкую, нет. Это пиздатое переосмысление, очень хорошая реализация. И треки, которые мы добавили в плейлист, я очень рад, что мы их добавили, что у нас 22-й год теперь не скипнется, да, и эти вещи не остались за бортом. Это очень пиздато. Да, с момента выхода Starscream, сегодня первый раз послушал альбом, спасибо, Флом, кайфом, максимальный стрим. Да, я тоже кайфанул безумно, спасибо большое, мы еще посмотрим клипы с вами, ебать. Да, короче, спасибо, ребята, молодцы, что не испугались, что сделали вот такую вот работу, да, я очень надеюсь, что она найдет отклик в сердцах и в головах зрителей и слушателей. Да. Все, заебись.